Всем привет, с вами я. Сегодня мы проверим, что будет, если засунуть Скитлз с стакан с водой. Погнали. Так, вода готова. Кружится там. Засыпаем Скитлз. Ну, ждем минут 5-10. Покажу, что будет. Сперва воду, а потом вот эту хрень. На вкус как дерьмо. А теперь хомячим эту хрень. Как клей для клея.